Итак, еще один показываю способ, как зафиналить нашу процедуру массажа, когда мы делали, например, массаж ног, полностью массаж тела, закончили ногами, да? Вот, обнажаем ноги наши, да? Можно их, ну давайте я покажу, чтобы поясничка еще было видно. Вот, хватить вот так и потянуть на себя. Во-первых, это тяжелый фитнес для массажиста, да? Мы делаем себе плечами упражнения на трапецию, на мышцы спины, крылья, да. Во-вторых, мы стараемся воздействовать на место крепления поясницы с крестцом, да, вот немножко такого раздвигая, немножко покачивая, расшатывая, можно по очереди. Видите, как на этой годичке они вот так вот по очереди ходят, расшатывая вот это вот место, жесткое место крепления. Далее протрясли ножки. Бросили, провибрировали, всякие виды тряски использовали, да, похлопывания. И с самих ступней сбросили энергетику отрицательную. Раз, я иногда так подсчет даже делаю, чтобы было звонко слышно. Раз, два, три. И для финала мы с собой один удар сзади. Ну, во-первых, сам расслабился, да, и как бы встряхнулся. Ну, и во-вторых, этими хлопками показал пациенту, что все, финал, мы закончили, да. Просто еще раз показываю. Вуаля! Вы можете вставать, мистер. Ну, все.